директор Института математики, естественных и компьютерных наук Вологодского государственного университета Голубев Олег Борисович. Наш институт предлагает выпускникам школ поступать на целый ряд перспективных IT-направлений подготовки. Мы ведем прием на 5 IT-направлений подготовки. Это 09 группа информатика и вычислительная техника, 09-03-01, 09-03-02 информационные системы и технологии, 09-03-03 прикладная информатика, 09-03-04 программная инженерия, а также 01 группа это прикладная математика и информатика. Подготовку студенты проходят на двух кафедрах: автоматики и вычислительной техники и кафедре прикладной математики. Ребята изучают современные дисциплины. Это и программирование, информационные системы, искусственный интеллект, программное обеспечение, робототехника, анализ данных. И, собственно, проблем с трудоустройством у ребят не появляются. Уже с 3-4 курса многие ребята успевают совмещать и учебу, и работу в наших IT-компаниях. У нас есть надежные IT-партнеры, это Сбертех, это Логософт, AirStyle, PlayStart, ну и, конечно, департамент цифрового развития Вологодской области, с которым мы всегда на связи и реализуем интересные IT-проекты. Надо сказать, что в нашем институте опытный профессорско-преподавательский состав, работает 10 докторов наук, профессоров и 50 кандидатов наук, доцентов. У нас сильная материально-техническая база, в том числе и благодаря нашим IT-партнерам. Современное программное обеспечение, современное оборудование. Но многие руководители IT-фирм и многие, да, айтишники, которые работают в наших IT-фирмах, это, конечно, выпускники Вологодского государственного университета и нашего института математики, естественных и компьютерных наук. Мы вот сохранили эту школу, да, наших и преподавателей. Ну, что говорит, многие преподаватели – это выпускники наших кафедр. Но, собственно, факты вот говорят сами за себя. Собственно, команда программистов, да, студентов нашего института ежегодно проходит отборочные этапы чемпионата мира по программированию. И в прошлом году дошла до полуфинала и получила диплом второй степени. Активно ребята участвуют и в других видах олимпиад, это и в олимпиаде интернет-планета, конечно, да, сотрудничают с компанией Logosoft, изучают продукты 1С. Сейчас, значит, ребята участвуют в акселерационной программе над целым рядом IT-проектов, работают. И у нас идет сотрудничество сейчас с Институтом системного программирования Российской академии наук имени Иванникова. Ребята под руководством преподавателей, доцентов кафедры автоматики и вычислительной техники занимаются исследованием ядра Linux, ищут, да, ошибки, ну и, собственно, успешно работают тоже над этим проектом, получают заслуженно, получают стипендию, вот, исправно. Но, собственно, конечно, есть и другие достижения. Конечно, учеба на IT-направлениях подготовки – это практика-ориентированная
учеба, то есть ребята, да, с, наверное, со второго курса уже у них начинаются практики. У нас на кафедрах работают представители работодателя, то есть ведут курсы для ребят, вот именно практика ориентированная. Так вот Макси Инновации у нас проводит курс по разработке мобильных приложений. То есть мы свой учебный процесс на IT-кафедрах не представляем без работодателей. Но это тоже очень важно, что наши ребята хорошо трудоустраиваются и имеют достойную заработную плату. Ну, я советую выпускникам сделать единственный правильный выбор и связать свою будущую профессиональную жизнь с IT-направлениями подготовки. Это беспроигрышный вариант.